С 1 января 2020 года детские пособия работающим гражданам Тверской области будут перечисляться только на карту МИР, либо почтовым переводом. Об этом сообщает Фонд социального страхования. Для получения пособия по беременности и родам, пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 31 декабря 2019 года необходимо будет оформить карту МИР. Фонд напоминает, что в новом году Тверская область перейдет на прямые выплаты. Теперь больничные и декретные будет перечислять не работодатель, а сам фонд. Работник сможет выбрать, каким способом получать деньги – почтовым переводом или на карту МИР.